«Начни карьеру сегодня». Под таким девизом в Иванове прошел день занятости молодежи. В одном из торговых центров города организовали масштабную ярмарку вакансий. Мы пригласили наших постоянных, надежных социальных партнеров, представителей кадровых служб, работодателей. И самое основное назначение, чтобы соискатели напрямую, что говорится, глаза в глаза, задали интересующие вопросы работодателям, что касается и режимных моментов, о заработной плате, об условиях труда и о социальных гарантиях. В программе презентации предприятий, собеседования, консультации. Вниманию посетителей представили порядка 500 вакансий в сфере производства, туризма, торговли, машиностроения. Эти предприятия готовы принять на стажировку и устроить на должность молодых специалистов без опыта работы. К сожалению, в большинстве везде требует опыт. В большинстве предприятий требует опыт. В нынешних реалиях не так сложно устроиться молодежи на работу. Так как проводятся подобного рода ярмарки, можно прийти, здесь все расскажут. Работодатели уверены, при правильном подходе и внимательном наставнике недостаток опыта легко преодолеть. А об остальных трудностях и дороге к успеху молодые люди могли поговорить здесь же, с коуч-тренером. Все мы испытываем трудности. Если посмотреть историю людей успешных, все они, это цепочка преодоления вещей, которые им мешали. Они просто сохраняли свой стиль жизни, сохраняли намерения, сохраняли силу духа, то, что позволило им прийти. Вот об этом будем говорить. Что есть сейчас у людей, что мешает, что воспринимается как трагедия, может быть, даже какая-то, что уже было, с чем справились, и как сформулировать так для себя задачу, чтобы легче было двигаться к своей цели. Помимо этого, на ярмарке работала точка профориентации. Подобрать себе дело по душе смогли все желающие. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.